«Синий трактор» представляет подарок. Привет! Привет, поливалка! Грузовик, а что это у тебя в кузове? Ты что, забыла? Сегодня же день рождения у синего трактора. Я привез ему подарок. Здорово! А что это там в коробке? Не скажу. Это сюрприз. А что такое сюрприз? Ну, это как загадка. Сначала что-то не знаешь, а потом раз и узнаешь. Скоро синий трактор приедет, и сама все увидишь. Класс! Только вот у меня нет никакого подарка для синего трактора. О, кажется, я придумала. Недавно я посадила семена цветов на нашей клумбе. Сейчас я их полью, и они обязательно расцветут. Цветы – это отличный подарок на день рождения. Грузовик, как ты думаешь, какой цветок подарить синему трактору? Красный, желтый или синий? Ну, они все красивые. А может, подарить их все? Собери букет. Уверен, что ему очень понравится. Собрать? Но если я их соберу, они же больше не смогут расти. А я так радовалась, когда они появились один за другим из семян. И правда, жалко цветочки. О, я придумал! А ты подари ему всю клумбу! А кому это вы собираетесь дарить клумбу? Тебе! Поздравляю тебя с днем рождения! Я сама вырастила эти цветочки, и теперь я дарю их все тебе! Как здорово! Тут и синий, и желтый, и красный цветочек! Все мои любимые цвета! Спасибо! Мне очень приятно! А у меня тоже есть для тебя подарок. Посмотри! Ого! Ты даришь мне эту красивую коробочку? Здорово! Я сложу в нее свои игрушки! Нет! Коробка – это не подарок! Подарок – это сюрприз! Мне грузовик объяснил! Твой подарок в этой коробке! Вот попробуй, отгадай, что внутри? Да, попробуй, отгадай. Может быть, это пирамидка? Нет, не пирамидка. А можно я тоже буду отгадывать? Конечно, можно. Как ты думаешь, что там в коробке? Может быть, там что-то вкусненькое? Нет, снова не отгадали. Это что-то несъедобное. Ну тогда я не знаю. Я сдаюсь. Хорошо, я вам немножечко подскажу. Мой подарок такой же, как ты. Только его нужно собрать. Я, кажется, поняла. Это конструктор. Правильно! Ура! Спасибо тебе огромное, грузовик! Я так давно мечтал, чтобы мне подарили конструктор! Это же маленький игрушечный синий трактор! Давайте скорее все вместе его соберем! Да, давайте! Сначала нужно установить на раму колеса. Малыш, давай посчитаем, сколько у нашего маленького трактора колес? Один. Два, три, четыре. Все четыре колеса на месте. Да, здорово! А теперь сверху нужно установить кабину. Посмотрите, она синяя, совсем как у меня. А теперь приделаем красный ковш. Друзья, спасибо вам огромное за ваши чудесные подарки!
Это мой самый лучший день рождения. Посмотрите, что я придумала! Мы можем привязать ленточку от коробки к трактору, и тогда он будет ездить прямо как настоящий! Какой классный у тебя трактор! Да, мне он тоже очень нравится! И мне. Друзья, а давайте мы будем катать мой трактор по очереди, чтобы никому не было обидно. Сначала я поиграю, а потом поливалка, а потом ты, грузовик. Ура, синий трактор, ты такой хороший. Малыш, а ты делишься своими игрушками с друзьями? Молодец. Приходи снова на нашу детскую площадку. У нас тут очень интересно. Здорово! Давай смотреть дальше. Нажимай скорее на эти картинки. Малыш, чего же ты ждешь? Нажимай! Ну,